Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поддержали урок мужества, который прошел в пятых классах Одинцовской средней общеобразовательной школы номер 1. Тема урока стала знаменательная дата – 80-летие битвы за Москву. О том, насколько важным было это сражение в ходе Великой Отечественной войны, ребятам рассказали ветераны вооруженных сил Виталий Иванович Шведов и Владимир Степанович Маренников-Яшин. Участники урока мужества также осмотрели экспозицию школьного музея.